руководством, с какими-то новыми планами, идеями, совершенно, на мой взгляд, их воплотить невозможно. Ну, это все, что я когда послушала, это все, что эти планы просто не будут способствовать, так сказать, развитию театра. Мы должны работать и заниматься своим делом, танцевать, репетировать в залах, но я считаю, что этого не произойдет, потому что опять будет какая-то такая междуусобица.